Мы хакеры, чье присутствие незримо. Приветствую вас, люди. Мы Аноним Кавказ. Многие годы правительство делает то, что они захотят, задумываясь о последствиях. И теперь они хотят забрать нашу свободу. Они хотят контролировать нас, отняв нашу свободу. Время подняться. Это время, чтобы открыть свои глаза и сражаться. Это правое дело. Сражаться ради свободы. Мы должны повернуть их. Всю их систему. Правительство считает, что Анонимус Кавказ имеет при себе ограниченное количество людей. Но они сильно ошибаются. Они должны бояться нас. Не хакеров Анонимус Кавказа, а людей, что присоединились к нам и сражаются ради своей свободы. Правительство, задумайтесь, нас становится все больше и больше каждый день. Игры кончены. Нас никто не остановит. Слишком поздно. Теперь время платить. Это время показать силу Анонимус Кавказа. 99% готовности. Мы везде, но мы не существуем. Вы не в силах противостоять людям. Людям со всего мира, которые готовы встать и сражаться ради своей свободы. Мы сражаемся с правительством, бизнесом и банками. Банки свободы растут. Мы все чаще видим демонстрации на улицах. И нас становится все больше и больше. Вы должны понять. Но вы должны знать. Вы заплатите за это. Теперь мы плохие. Война начинается. Готовьтесь. Мы Аноним Кавказ. Мы едины. Мы не забываем. И о нас не стоит забывать. Готовьтесь к войне. Ждите нас. Мы Аноним Кавказ.